Как дела? Попалось что-нибудь интересное в диких пустошах? Мины – одна из немногих опасностей на твоем пути, из которых можно извлечь выгоду. Обезвредь ее перед тем, как она взорвется, и можешь продать за кучу крышек. Ходили слухи о городе-призраке, забитом минами до отказа. Торговцы называют его «минное поле». Кажется, хорошее местечко для полевых работ. Отправляйся туда, возвращайся и расскажи мне о нем все. И, пожалуйста, захвати с собой мину мне на исследование. Да не бойся, туда никто не ходит. Говорят, что это город призраков. А поскольку призраков не существует, то никто не помешает тебе заняться минами. Говорят, в центре города есть детская площадка. Доберись до нее и возвращайся. Думаю, впечатлений у тебя будет предостаточно. Ты там поразвлекайся, ладно? Слыхали эти слухи об андроидах? Ну, искусственные люди, которых якобы делают на севере, в Содружестве. Так вот, друг моего приятеля знает парня, который одного такого видел. Я слежу за тобой. Не существует. Он сбежал от хозяев. Дело в том, что он разыскивает врача для какой-то операции и еще какого-нибудь программиста. Можешь ты в это поверить? Дай знать, если узнаешь что-то еще. Как там маленькая горячая картошечка? Ну, знаешь, они же в земле как картошка. И горячие, потому что... взрываются. Ну да ладно, как дела-то? Говорят, там был город под названием Риджфилд, пока до него не добрались работорговцы. По слухам, теперь он проклят, и оттуда никто не возвращается. Все теперь называют это место «минное поле». Говорят, там живут привидения. Глупости суеверия, конечно, но людей не переубедишь. Все с тобой будет в порядке. Что-то насчет пластической хирургии и перепрограммирования памяти. Но, кажется, это был простой розыгрыш. Давненько не было ничего об этом слышно. Ты там поразвлекайся, ладно?
инициализация протокола безопасности метрополитена. Охранная сеть станции недоступна. Диспетчерская служба метро не отвечает. Уровень угрозы омега. Разрешен огонь на поражение. Пожалуйста, предъявите билет. Ты. Проверка подлинности билета пройдена. Спасибо за пользование услугами метрополитена.
Тихо. На твою долю смертей еще хватит. А, есть, сэр. Прости, брат. Слушай, не знаю, кто ты, но тебе здесь не место. Супермутанты напали на наших братьев в здании станции «Новости Галактики». И мы идем на выручку. Если хочешь, можешь пойти с нами. Только пригнись и постарайся не делать глупостей. Я Страж Лайонс, отряд Львиный Прайд. Мы из Братства Стали. Не беспокойся, мы на твоей стороне. По крайней мере, я на это надеюсь. На развалинах сейчас немного безопасных мест, но здание галактических новостей для нас что-то вроде тихой гавани. К сожалению, недавно по ним нанесли сильный удар. Мы их прикрываем. Так что, если вопросов больше нет, мы спешим. Ты там поосторожнее. Рэй, ты неплохо справляешься. Просто иди за мной. Не будем играть в павших героев, ладно? Как обстоят дела? Все чисто, Страж. Отправили в лучший мир пятерых мутантов. Остальные залегли. Все в порядке. Дженнингс? Ответ отрицательный. Новобранец? Мы подобрали бродягу. Того, кто вспугнул уродов на 42-й. Добро пожаловать! Ясно. Стандартная процедура. Реддин, выполняешь все команды паладина Варгаса и держишь язык за зубами. Да, мэм. Не беспокойся. Мы лучшие из лучших во всем братстве Стали. Вот увидишь, что мы сделаем с уродами. К оружию! Райдер! К оружию! За старейшину Лайонса! Оружию, братья, к оружию! У меня такого еще много! Давай! Ну, давай! К оружию! Ладно. Аванпост на юге от нас. Колвин, обеспечиваешь наблюдение. Варгас, Реддин, зачищайте это здание. Если хочешь, идем за мной. У нас будут лучшие места. Добивайте. На старт. К
оружию, братья! Редин, марш оттуда, бегом! Не говори. Бегемо! Что ж... Редин! И сегодня это доказало. Да, знаю. Проклятие. Когда вернемся в цитадель, я поговорю с писцами. Пусть запишут, что паладин Редин прошла испытание. Пошли. Посмотрим, есть ли тут чем горло промочить.
Похоже, моя очередь благодарить тебя. Ладно, здесь безопасно. Так что, если надо, можешь поговорить с Редогнайтом. Ну, братству нужен был аванпост, а парню на радиостанции нужно было, чтобы мутанты не оторвали ему голову. Такое вот взаимовыгодное сотрудничество. Главного у них зовут Редогнайт. Он там обеспечивает вещание практически в одно лицо. Он интересный тип, этого у него не отнять. Она погибла с честью. В конце концов, это самое главное. Ты там поосторожнее. Похоже, все чисто. Открываем внешние двери. Ну-ка посмотрим, как супермутанты попробуют напасть. Рад познакомиться. Я рыцарь Дилан. Если тебе чего-то понадобится, я помогу, чем могу. А, иди наверх. Тебя ждут. Только не переходи нам дорогу, и все будет прекрасно. Добро пожаловать в гарнизон базы Новости Галактики. Рыцарь Финли к твоим услугам. Чем могу помочь? Ладно, только не... Нянчить это заведение не так-то просто, уж поверь. У тебя все на лице написано. Ты не рубишь, что я за чувак и что тебе за дело. Что ж, приготовься к просветлению. Я Три Дог Найт. Верчу дисками и умами. Можешь звать меня Мистер Галактика. Я царь и бог лучшей радиостанции на пустошах. Радио Новости Галактики. А ты... Я знаю, кто ты. Слыхал, как тебе пришлось уйти из убежища в неизвестность. Прямо как старый добрый папа, а? Я его уже повстречал. Эй, все по порядку. Нет, твоего папаши тут нет. Больше нет. Он услышал по радио голос Три Дог Найта и понял. Вот кто знает, что к чему на столичной пустоши. И ведь он был прав. Ну, я и просветил старика. Но он откололся. Видимо, я по-своему помогаю светлой стороне, а он по-своему. Представь себе картину. Представь столичную пустошь. Свалку кирпича и камня. Огромную свалку бесполезных вещей. А? Люди на пустоши просто пытаются выжить. Дожить до завтра. Выжить и как-нибудь прокормиться. А потом появляется всякая разная дрянь. Работорговцы, супермутанты, рейдеры. Они все тоже хотят откусить от пирога. И, как правило, берут свой кусок силой. Ну да, черт возьми. А ты совсем как отец. Ума у тебя не меньше. Раз ты и так все понимаешь, не буду больше рассусоливать. Просто укажу тебе путь. Раз братство тебя пропустило, значит, с ними у тебя терок нет. Да и твой папаша вполне пристойный мужик. К тому же от тебя сейчас исходит очень хорошая волна. Может, у нас выйдет помочь друг другу? Но хватит трепаться. Расскажи мне, о чем будет разговор. У меня есть имя и талант, но чего нет, так это помощников. Конечно, братство нас охраняет, да. Но это все, чем они могут помочь. Новостям галактики нужен агент. Тот, кто сможет отправиться наружу в дикий первобытный мир и сделать то, что надо. Ну, ты в игре?
Ты хочешь найти папу, и так получилось, что твой покорный слуга знает, где он сейчас. Он был здесь, на новостях галактики. У нас вышел отличный разговор. Он у тебя просто классный мужик. Если хочешь узнать больше, помоги сперва светлой стороне. Хорошо, потому что задачка не из легких. Новости галактики — мое детище. Я люблю его, кормлю, пеленки меняю. Но есть одна проблема. За пределами Колумбии его плач никто не слышит. Видишь ли, какой-то безмозглый супермутант решил, что будет прикольно пострелять в блестящую фиговину на монументе Вашингтона. Ага. Это блестящая штучка, наш бывший ретранслятор. А теперь это решето. Без него площадь нашего покрытия очень невелика. Конечно, фабрики, на которой делали такие штуки, давно нет. Настолько нет, что нечего и пытаться найти что-то среди обломков. Слушай, я понимаю, что это непросто. В смысле, для большинства было бы безумием даже попробовать туда залезть. Но что-то в твоих глазах мне говорит. Вот он. Вот тот человек, который на это способен. У твоего отца такие же глаза. Вот почему я тебе помогаю. Один парень из братства проходил мимо и сказал, что видел ретрансляторную тарелку в одном из старых музеев. Эта тарелка со старого лунохода «Вирго-2», который стоит в техническом музее. Принеси ее и установи на место старой, на монументе Вашингтона. Вот и все. А-хе-хе! Все-таки на людей у меня глаз отличный. Ты сделаешь новостям галактики самый лучший подарок за много-много лет. Если захочешь еще что-то узнать, я буду ждать тебя здесь.